Короче, ребяточки, смотрите, это наш сосед. I love Moldova. Если что, свистим, как всегда. Китай делают сюда, привозят, и здесь продают за крутые бабки. Обалдеть, как будто солдаты. А вот газон косит, смотрите, женщина. В этом детишки играются в разные игры. Эй, what's up? Так, вот один на горизонте на встречечку. Натуха. Опа. Это Пенсильвания, здесь очень много староверов. Pictures представляет шикарнейший фильм. Называется «У красного светофора». О, блин, другая цивилизация, большие города, все дела. Нет, ребяточки, здесь тоже есть села, здесь тоже есть поселки. Друзья, набираем профессиональных водителей, у которых сидел не менее 2 лет. Работаем с трейлерами StepTrack, Low Profile. Мы катаемся не только с одними грузами. Я еще 2 сегодня разгрузил. Работаем с драйверами, оплата 30% от общего гросса. Набираем команду и owner-operator'ов, 15% от общего гросса. Трейлера степдеки у нас есть в наличии, в аренду. Если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Набираем 773-771-8880. Александр. Едем, друзья, за одним бум-лифтом, который мы загрузим на наш трейлер. Вот, ребяточки, одна линия активная, другая закрыта. Ремонт столба электричества. Дальше тоже знак, что дорожные работы. Тоже типа одна линия закрыта. Вот, гляньте. Опа, вот только что машина проехала, и он открыл. Чувак, кукуруза горячая. Привет, барыга. Нет слов. Как вам такой утрамбовщик? Вот на контора United Rentals. Поставил лукбук на off-duty. И возьмем костюм шайтана. Ой, шамана. Полагаю, вам понадобится новый костюм. Ты прав. Кофейка для рывка. О, пикапец можно встретить. До 5. Вот United Rentals. Тут можно взять на прокат, что хотите, даже вот такую тему, чтобы долбить асфальт. Сейчас ждем. Отсюда работники набрали там своего начальника и говорят, что типа BOL не подходит. Именно этот номер нашей накладной они не могут найти и не знают, что мне загружать. И сейчас, короче, набираются с брокером. Будет обидно, если в это время, короче, груз мне не дадут. Можете мне поздравить с грузом? Мороз! Брокер лоханулся, не знаю, кто из них там лоханулся, блин. Звездорасики. Короче, я сюда приехал, ребята. Груза нету, его же кто-то забрал. Вашему царю показали фигу. Не простим обиды. Они нам заплатят тонну, называется. Тонна — это truck not used. Диспетчер попросил 350, но я знаю, что больше, чем 250 никто не даст. Если даст 150, это уже праздник будет. 3 часа. И в это время уже навряд ли что найдем. Так получилось, потому что я разгружал, короче, другие груза сегодня. И вот такая штанга. Ребятушки, дал газу сюда. Блин, 1030. Тири-тири-тири. Ребята, всем good morning! Наступил очередной денек, вчера у нас была штанга, мы заплатили 150 баксов тонну, типа truck not used. И сейчас у нас появился другой груз, едем в Омаха, штат Небраска, за него заплатили 2,3 за милю. Уже супер, и он имеет только 20 фит на нашем трейлере, и уже идет комбинация с другим грузом. Телекомпания Pictures представляет шикарнейший фильм, называется «У красного светофора». Смотрите, места, согласно купленным билетам, мы в первых рядах. Часть вторая, у зеленого цвета. Серьезные знаки. Это Пенсильвания, здесь очень много староверов, которые до сих пор придерживаются этой темы. И очень приятно. Я только приехал сюда в Штаты, думаю, о, блин, другая цивилизация, большие города, все дела. Нет, ребяточки, здесь тоже есть села, здесь тоже есть поселки. Только даже в селах вот дороги шикарнейшие, видите? Но.
говно. Старовера здесь тоже есть. Я как только увидел, думаю, да я думал, что такое у нас там где-то в селах есть лошади. Но нет, ребяточка, здесь тоже есть, их много. Они вот эти еще борды у них большие. Эти староверы, у них женщины косынка, вот эти платья специальные. И у них даже одежда у мужиков тоже другая. Даже на заправку куда-то заезжаешь в Пенсильвании, обычные заправки. И там есть определенная отдельная такая труба, вот такая торчит, чтобы привязать туда лошадь. И он сам идет, допустим, себе там что-то покупает. Я просто офигел, когда увидел это давно, и сейчас уже просто не замечаю, это реально есть. Вот эти староверы, вот там их дом. И вот большая такая линия проволока, и они на нее вешают вещи. Я имею в виду, вот после стирки, и не знаю, как они стирают, они используют эти машинки стиральные, нет, но вещи они сушат просто тупо на улице, как у нас, блин, 70-е годы, ребяточки. Даже вот в 90-е, я помню, на балкон, да, вот вешали. Сейчас просто давно нет такой темы, тем более здесь в Штатах, если на балконе никто ничего не вешает. Вот именно вспоминаю вот эту тему, что с этим рос, именно такая ностальгия. Когда видишь, вещь сушится на улице, думаю, о, блин, вот это да. Вот остановиться, сделал видео вот именно с этой семьей там, о чем-то поговорит. Но я не знаю, они, как они принимают телефоны. Они по ним общаются вообще, эти староверы, или нет? Не, я думаю, телефоны есть у всех. Вот, ребятки, мы словили одного. Так, берем на обгон. Тема. А как они детей везут в школу? Или у них своя отдельная школа? И они вообще не учатся? Не знаю. Вы как думаете? Печатайте в комментариях. Так, вот один на горизонте на встречечку. Натуха! Опа! Женщина за рулем. Теперь все в прошлом. В смысле, в будущем? Не важно. Какой запах мяса, блин! Ребяточки, там шашлычная какая-то. Ихняя местная. Эй! What's up? Вот так, ребяточки. Велосипедист, смотрите, им жилеточки поставили. Староверы! Видали, какие шляпы у них козырные? А рядом следство от деда остались. А вот газон косит, смотрите. Женщина. В этом детишки играются в разные игры. О, мы попали во много здесь. Вот и барашки, барашки здесь. Все, ребятки, я, короче, решил вопрос, потому что паршал у нас чак-чак, и знать, какой куда поставить. Какой-то форклифт. Быстренько на разведочку. Все, ребятки, мы показали ему нашу накладную, что мы должны запикапить, и там у них есть их рампа. Так что этот чувак сейчас отъезжает. Затем сдадим туда, так, налево, и потом будем сдавать назад. Короче, план серьезный. И надо будет раздвинуть наши оси. Ху, и будет все зашибись. Смешная херня, да? Здесь эквипмента много, смотрите. Да, в рент они их чинят, наверное. Затем перепродают. Вот он там отодвигает все. А мы время терять не будем. И наши оси раздвинем. Смотри, какой шикарный процесс. Он, короче, выдвинул свою стрелу. И он с ней, выдвинутый, заезжает вовнутрь. Смотрите. Ребята, оси быстренько мы раздвигаем. Вот пины вошли вовнутрь. Ап-ап-ап. Как ракета у нас сидела, чтобы успеть взять второй груз. План мощный у нас. Короче, план какой, смотрите, вот эту тему сейчас будем загружать. Он, короче, мощный, даже рамп не надо ставить там. Ага. Передние колеса я закину на наш апардек. Смотрите, как я это сделаю. Вот как-то так мы закинули наверх, короче, видали? Ход конем называется, это мой ход, ребяточки. Все, если будем отгонять туда, нас попросили. Потому что в этот кадр хочет тоже загружаться здесь. Я отгоню туда быстренько. Ребята, и у меня есть кое-что, что вам нужно показать. Вот парнишки тоже трейлер 8 hour. Только у него нету этих линий, которые отражаются бело-красных, видите? Не могу понять, почему. И рампы вот он только купил, наверное, потому что у него нету креплений. Короче, ребяточки, какой-то волшебный трейлер. Непонятно. Вот что я хотел показать, что у них вещи, да, сушатся на улице. Здесь тоже семья староверов.
Что я вас далеко оставил, смотрите, я поставил две цепи, одну... А, нет, да, одну цепь туда надо свершивать, вилки придержать. Да, я же их закинул наверх, но они по-любому могут упасть на наш трак. Так что вот одна цепь здесь, и вот два зажима, раз-раз, и одна цепь просто сверху, чтобы эти вилки тянул вниз. Как-то я... Так, я вот резиночку уже поставил, сейчас резиночку сюда-туда поставлю и газу туда назад. Будем вот эти трещоточки ставить там сзади. Все, ребята, взяли документы. Почему я сделал это сейчас? Потому что могла бы такая тенденция влиять на самый последний момент. Потому что они могут сказать, о, сейчас пойду распечатаю. И в это время Александр вот идет цеплять еще вот одну цепь и два зажима. А тут так получилось, что они мне уже отдали. Так что это зашибись. Моя недоработка, смотрите, видите, эта цепь, которая вот остается, она не должна здесь. Надо ее полностью туда пустить. Видите, я ее тут зажал. И надо ее разжать, чтобы хватило на ту сторону. Сейчас я, короче, нужно разжимать. Все, друзья, полный газ мы это сделали, ось собрали. Чак-чак-чак-чак-чак. Вилки затянули. Добрали этот груз, паршал, то брокер сказал, что типа до часу 30. А я смотрел, что примерно я в это время приезжаю. Нам всем нужны бабки. Сейчас мне покажете ровно, я в час 30, я там, но порт. Заезжаем туда, в порт, получается, там шлагбаум открывается. Тебе дают один тикет, с которым ты заезжаешь, тебе проверяют твой карт. Короче, вот это все мероприятие длится где-то минут 10-15. И я набрал диспетчер, чтобы он сразу набрал брокера и сказал, ты слушай, блин, давай... Уже на пробивную. Нам этот груз уже дали. Значит, брокеру будет выгода, чтобы мы забрали этот груз. И Кирилл, скажи ему сейчас, что мы доезжаем типа в час 45. И типа да, да, нет, нет. Потому что получится, зашибись. Нет, уже все, будем искать другой груз. И брокер там говорит, ладненько, мы его типа сейчас наберет в ту контору и скажет, чтобы они меня подождали. Короче, у нас уже есть еще в запасе 15 минут. Так что, ребятушки, надеюсь, никаких дорожных происшествий у нас по дороге не будет. И будет все зашибись, и мы, ребятушки, успеем с вами забрать этот парш. Вот такой расклад. Конечно, пару шагов вперед там все делать. Если честно, сейчас Waystation один был открыт, и я просто дал байпас. Я часто так делаю, а вас это удивляет? Это меня устраивает. Вот этот припас, который пищит, открыт-закрыт. Я не стал рисковать, потому что он бы считал, что я, короче, там. Он увидел, что я не заехал в систему, я взял, поставил его под задницу, чтобы он не ловил, и просто дал байпас. Я бы там потерял где-то минут 10-15, потому что там такие очереди были большие. Я бы просто рисковал насчет этого груза еще. Прокурору расскажешь. Знаем мы вас, пацифистов. Да. Короче, ребята, все в ажуре, мы даже быстрее этого трачка, бля, я ракета или чё, на, зашибись, вот им дали наш тикет. Короче, ребятки, что-то стрёмно, смотрите, вот это идет у нас 6.02, поехали искать 5.02. Так, ребята, вот здесь их штаб-квартира, смотрите, здесь вот много юнитов, которые пикапят сюда приехали. Обалдеть, как будто солдаты, смотрите, огромное количество просто этих бобкетов, да? Ну вот новый бренд, ну как новый? Недавно просто на рынке он уже прославился, Кубота называется. Не то слово, бабок потрачено, караул. Вот что-то отсюда будем пикапить, вот 502B, шикарно, вот оно здание. Это реально кайф этой работы, когда успеваешь повсюду. Эй, вот так. Ребята, спорт это сила! Вот нам, короче, дали карту мира. Здесь местную, этого порта, этого пятачка, который здесь. Е, ребята!
Ребята, шикарная оперативность. Вы только гляньте, тот юнит нас уже ждет у рампы. Смотрите. Берем подкат на всякий случай. Есть контакт? Ну все, ребятки, мы загнали. Техника новая, шикарная. Смотрите, вот парковку мы ставим. Паркинг. Короче, друзья, как я сделал? Смотрите, эту тему я буду разбирать первой. Мне надо будет просто поставить, сдать чуть назад этот, поставить сюда рампу. И сдавать будем туда вперед. Будем вот так разбирать в эту дою. А вот это место я специально оставил, чтобы это сдать чуть назад. И поставить рампу сюда. И чтобы я заехал на апрдек. Но это вы увидите, когда мы будем разгружаться. А вот эту тему последнюю будем разгружать. Вот так вот. Она не такая же тяжелая, так смотрите, видите, я... Очень много в ту сторону поставил, так что это, короче, ребятчики, эта тема легкая, так что это зашибись. Все, одеваем обратно наши перчаточки, будем фиксировать наш груз. Сперва нужно скинуть 2 цепи и 4 зажима. Ребят, смотрите, это какая-то контора, ну, в смысле, бренд, Money Town называется. Интересно, потому что раньше здесь был в Штатах John Deere, потом JBL, Bobcat и Cat, типа Caterpillar, и как бы все это знаменитые были. А сейчас реально пошел наплыв разные движухи. Вот смотрите, здесь вот эти юниты, вот Cat, это что у нас? Люгонг какой-то, видите, Люгонг. Короче, сейчас многие бренды начали всплывать, да, как работает система. В Китае делают, сюда привозят и здесь продают за крутые бабки. Хотя и там тоже стоит много это. Тоже это не стоит копейки. Короче, ребятки, что хочу сказать, все развиваются и всем я вам, дорогие мои, желаю развития вообще. Просто не стоять на месте. И пробовать. Что-то не получается, еще раз попробовать. Я помню, в Кишиневе тоже один маленький бизнес хотел открыть. Вложился сколько там, 3-4 тысячи евро. И прогорел. И я особо не разочаровываюсь. Да, я попробовал. Я думал, что у меня получится. Я думал, что я в той теме буду. Но так получилось, что у меня там не получилось. Как-то так. И это я убедился. Хочу вам показать один маленький нюанс. Чего я испугался. Но бояться-то нечего. Видите, он, короче, отошел немножко. Вот так вот наверх поднялись вот эти вилки, да? И смотрим. Видите, вот здесь, короче, выходит. Но бояться нечего. Короче, это только вот эти вилки идут, видите? Вот эта втулка идет. Она закреплена смертель, но получается здесь, здесь, посередине и здесь. Так что, чтобы вот здесь поднялось, это все до одного места, потому что бояться не нужно. Я уже боялся за вот этот вот большой юнит, вот эти вилки, короче, смотрите. Здесь одна втулочка большая и здесь тоже. Это там внутри нужно нажать на кнопку, чтобы вот эти вошли вовнутрь. И чтобы он его скинул где-то. Так что я сейчас убедился, поднялся. Я убедился, что ничего не упадет у нас. И у нас все шикарно. Вот эта цепь расслабилась. Сейчас Александр ее быстренько затянет. Я возьму наш музыкальный инструмент. И вот, я на два звена, короче, взял больше. Первый груз, который мы загрузили, получается... Мы его очень интересно загружали. Я просто быстренько приехал. Там у них тоже был дак ихний. И они мне стали до дака, короче, заехать. Я оси наши раздвинул, потому что все, что весит больше, чем 10 тысяч паундов, нужно раздвигать оси постоянно, потому что трейлер у нас эластический. Короче, я там раздвинул оси, я заехал. И они мне дали его, я сам его загнал раз. И вот эти вилки я сам сделал, получается, за почти сам. Вот, короче, загнал его прям вот почти до сюда. И вилки я ставил вот тут наверху, а вот тут, где угол идет, короче, угол здесь был. И я потом строго дал вот так вот вниз, и вилки, они вот так вот поднялись. И я просто вышел из него, и вилки просто закинул наверх. Вот я как это сделал, потому что вилки, видите, они торчат где-то фит 5, 5-6 фит, и они бы упирались просто в наш торчок. Я, короче, хотел сэкономить больше места сзади, потому что я точно не знал, сколько
вот этот груз по длине. И не знал точно, если я его успею поднять. Так, и потом, получается, я заехал сюда. Короче, как я заехал сюда? Без никаких рамп. Они очень сильные, эти аппараты. Они 4 на 4 идут. Получается, я загнал до сюда. И потом дал газу, и он раз сам поднялся и заехал сюда. Главное, видите, вот эта рама его, она идет дальше. Колеса спереди, видите, колеса выпирают, и все. Получается, я гладко заезжал. А на некоторые бывает, что рама выпирает, и там уже нужно использовать рамы. Рампы. Все, я загнал сюда. Как я зацепил, получается, вот две цепи. Одна спереди, другая сзади. И вот пропустил сюда крючок. И вот зажим ножницы. Раз, два. Сюда я поставил вот одну сверху, чтобы я, когда резко нажму на тормоз, чтобы они не упали. Хотя они очень тяжелые, навряд ли упаду туда. Но я поставил вот сейфти, пускай будет. И вот сзади эту грузяку, вот за их ушки. Тоже одну цепь пропустил. Вот раз сюда, раз за этот квадрат. И взял вот эти два зажима. Это вот так вот. Вот этот юнит. Я пришел сюда, зачекинился. И я не могу, давай подгоняйся к рампе. И они по рации уже позвали пацана. И пацан уже был готов меня загружать. И они дали мне, чтобы я сам загружал. Некоторые сами загружают, а этот он мне дал, сказал, мы не можем загружать, сам загружаем. Он тоже в этой конторе загружался. Короче, ничего сложного. Он мне сам показал. Вот этот вперед-назад, нейтралка, все. Очень просто. Тем более сейчас, когда техника вся на автомате идет. И вот как я зацепил, вот здесь спереди, видите, вот эти ушки, они тут очень тоненькие, приходится крючок вот этот вот снимать, только мы его не снимали, крючок. Получается, я вот так просунул, взял цепь, вот так сделал, и вот этот шмат я просунул туда, и вот взял этим зажимом, там где надо, зацепил за звено, и все, получается, сделал натяжку. И пустил на ту сторону то же самое, и вот эта одна цепь идет на два зажима. Вот, короче, все шикарно. Там ушки намного больше, так что наша цепь, она поместилась, прям зашла вовнутрь. Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? И все, здесь тоже одна цепь, два зажима. И вот, красивенько. Он не такой же тяжелый, был бы еще тяжелее, я бы за эту одну бы не цеплял. Я бы пропустил раз и сюда. Использовал бы две цепи, если нужно. Ребят, вот эти юниты, смотрите, JC называются, да? Блин, как будто вот этот Caterpillar, Cat. Потому что точно такая же форма идет. И вот этот Люгонг. То же самое тема. Вот Cat. Видите? Интересно. Или может вот этот Cat тоже они их делают? Я не знаю. Может две конторы разделились и сделали там еще какую-то компанию. Не знаю, чтобы налоги меньше платить. Я не знаю, как у них система работает. Но там реально миллиарды долларов. Но вид, короче, вот форма точно такая же, как и Cat. Caterpillar, вот эти. Ребята, вы только гляньте, эти бобкеты. Вы только гляньте, как открываются двери, а? Вот наверх открывается. Обалдеть! Даже место ребяточки экономит. Не надо открывать в эту сторону или вовнутрь, чтобы нельзя было зайти, а просто идет наверх. Это супер. Даже я как тракист вот такие темы загружал, и вот эту тему мне нужно было поднять, потому что тут был совок. И этот совок поставил на другой груз. И вот здесь вот... И реально дверь, когда открывается сюда в эту сторону, бобкета, и такой раз, запихивала сюда вовнутрь. И было реально очень трудно. А здесь вообще кайф. Смотрите, двери вовнутрь открываются наверх. Шикарный аппарат. Реально уважуха. Даже бобкета остается, короче, на пару шагов назад. Этот аппарат называется Кубота. 19-го года я погуглил, у нас это 52 тысячи баксов. Представляете, вот это 23-го года, 24-го. И он реально стоит где-то 1070-80. И здесь в порту их 580 штук я насчитал. Представляете? Это примерно 30 миллионов долларов, если это по 50 тысяч баксов. Но они стоят где-то на 30 тысяч дороже, потому что новые. На нем даже муха не ебалась. Шикарно. Все, мы уже упакованные, два груза есть. Здесь мы... обсмотрели вот это все, что можно было. Реально красота, красотища. Обожаю такой аппарат. Он очень устойчивый, очень сильный, гусеничный. Раз-раз, в одну сторону, в другую. Еще и насадка к нему может, смотрите. Совок, либо вилки, чтобы он был форклифтом. Затем еще можно еще какой-то аппарат поставить какой-то, вот там, потому что компрессия дается, чтобы чистить дороги. Что хотите, ребяточки, сами думайте. У него насадок очень много для него есть. Или вот это, что долбит асфальт, разрушитель. Все для него есть. Реально, тема, мощная вещь, называется Кубота.
Так что Bobcat, которые реально славились. Я даже их назвал Bobcat'ами, потому что форма такая же идет. Так что Bobcat, ребяточки, на пару шагов назад. Немножко стал по беспределу, у меня хвостик торчит. Но, ребят, здесь очень много места, все будут проезжать. Так что это нормально. Вот решил прокатиться, здесь по-любому там пробки. Сходил в туалет. И вот решил подышать воздухом. И покататься. По-любому, ребяточка, торпиться уже некуда. Да, друзья, смотрите, этот груз, он идет очень длинный. И он идет строго для флетбета. Но, видите, мы тоже иногда такие груза берем, нам нужен load leveler. Это уравнивает наш upper deck. Видите, идут две точки, где он касается. Получается, там касается, здесь касается. Этот loader level идет интересный, потому что вот эти наши ушки, да, которые мы цепляем цепи, ремни за них, допустим, которые входят сюда внутрь, чтобы закрепились, их заваривают, видите, вот сюда вовнутрь, и вот от него уже делают базу. Вот она делится на два юнита, раз, два. Получается, эту вот так ставят, раз, и опускают вниз, все, он здесь закрепляется. И там то же самое, раз и вниз, и вот там посередине тоже закрепляется. Короче, тема классная, только не для меня. Я это использую редко. Я, в крайнем случае, беру свои рампы и ставлю, делаю load leveler из рамп. Просто рампу беру и вот так ставлю, есть определенное крепление через цепи, вот так. Нам этого достаточно. А это не знаю, его, не его, может ему дали вместе с этим грузом, и там нужно вернуть обратно, мы не знаем. Вот, ребятки, гляньте, даже вот тут юниты торчат, и он решил поставить вот этот вот ремень туда, и это супер он придумал. Даже там, где ремень, видите, защитные уголки он ставит, потому что эта тема тяжелая, это дура. И может порваться везде. Вот здесь вот уголочек защитный, и надо было ставить, и он его и не поставил, потому что тут закругляется, да? Кругленький, но я бы лично поставил, я бы поставил. Вот, и как он закрепил, ему там сказали, проинструктировали, потому что вот эта вот зеленая тема, вот идет на U-болт, на болтах, короче, закреплена за нее, это база, и базу он закрепил, получается, на два ремня, вот, он сделал шикарно, раз, два ремня, это на всякий случай, чтобы эти темы тоже не сорвались, load leveler, два ремня поставил и одну цепь с одной стороны, одну цепь с другой стороны. Вот, здесь крепление идет шикарное. Я бы тоже так зацепил. И надеяться на это не надо. Здесь и там, сейчас мы глянем, там, как он зацепил. Но еще сверху, видите, сколько ремней поставил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ремней только вот на верхнюю часть. А сюда получается два. И сюда один поставил. Ага, один ремень. Лучше сюда поставить его. Видите, вовнутрь, чем вот сверху этого, чтобы не порезался ремень. Вот так вот, эта тема реально идет тяжелая. Может, она весит, мы можем брать, короче, 45 тысяч паундов, а может, она столько и весит. Но у него сзади три оси, видите. Я думаю, что с двумя осями тоже мы поднял. Да, с двумя осями тоже можно взять этот груз, это как бы не проблема. Так, погнали. Этот трейлер не мой, но мы по-любому тоже можем пообсуждать его. Смотрите, то, что сзади у нас торчит, неважно сколько, нужно ставить флажки. Не надо ставить один флажок, надо на каждый угол ставить, такие правила. Флажок идет один сюда, один туда. Один тоже, если у вас есть только один, то it's okay, оставляете один. Но могут легко дать по трусам на OyStation, если у тебя нету двух. Вот, здесь как он зацепил? Ага. Здесь просто он продумал, как сделать, чтобы не зацепить вот этих шлангов, вот это вот все. Он нормально сделал, что сделал накрест. Так оно идет. Все правильно сделал. Пропустил здесь. Вот сюда поставил крючок. Крючок нужно ставить прямо ближе сюда. Чем ближе, тем лучше. И вот оттуда раз идет натяжечка сюда. Вот. Но этого, я думаю, что мало. Я бы пропустил ту цепь вот отсюда и вот сюда бы ее поставил. Отсюда и туда. И с той стороны то же самое. Вот эта цепь, я бы не оставлял так, я бы взял резинкой, закрутил бы ее. Но если едешь на дальняк, если он тут короткий какой-то делает, то этого делать можно и так оставить. Но просто не нужно давать никакого вот повода на WayStation, либо трупера, который едет, чтобы он докопался от нас, чтобы нам делал инспекцию. Он так проезжает мимо, смотрит, все окей.
А так, если эта цепь немножко вот так вот расслабится и будет здесь вот царапаться за асфальт, он все тебя сноет и может дать по трусам. Не только по этому поводу, а еще. Он заспил так, получается, натяжка идет назад, а спереди он тоже поставил, получается, накрест поставил. Сейчас мы глянем. Вот, ту же самую тему. Ага. Вот он тоже так решил, это нормально. Нормальная тема, что здесь впритык поставил цепь, это зашибись. Там тоже зашибись. А вот здесь, что он сделал, просто сюда опустил, я бы этого не делал. Потому что легко может отломаться и как бы упадет. Я бы эту тему бы взял, вот сюда цепь и вот сюда прям затянул бы. Вот так вот. Вот сюда и раз сюда в эту сторону. Ну как он сделал, тоже сойдет, но я бы сделал немножко иначе. Здесь как он сделал? Он, получается, решил использовать этот квадрат для двоих. Тем более, видите, на два не, это не есть хорошо. Получается, эта грузяка идет, база на эту, и вот это тоже на вот этот вот квадрат. Я бы сделал на отдельный. Этот пропустил бы сюда, на этот квадрат, чтобы был надалеко. А вот это, ну, этот груз зацепил первым, он не знал. На эту тему можно было раз вот туда, в ту сторону. Нужно думать об этом, потому что груз, который возьмет... А, кстати, смотрите, он здесь зацепил за низ, но можно было зацепить за вот эти вот ушки. Легко. Вот за эти ушки протянуть сюда и туда. Было бы намного супер. Я бы использовал ушки в первую очередь. С этим грузом мы разобрались. А здесь, вот там он сделал нормально, но я бы использовал здесь одну цепь на два конца, ее бы хватило, она длинная, имеет 20 фит цепь, а 8 фит имеет ширина нашего трейлера, понимаете? А эта цепь идет 20 фит. Получается, отсюда в один крючок, но вот за целый квадрат я бы взял, не только вот за этот кончик, потому что это не сейфти. Лучше за целый квадрат, раз, берем и пропускаем туда, вот там за ушко расцепляем вот этот вот зажим, только ближе туда. И с этой стороны то же самое. Так, погнали, посмотрим передок. Ну, короче, когда это не обязательно, но когда на дальняк можно, это вот просто дополнительную цепь. Он поставил дополнительную цепь, на него закинул. It's okay, если едет на дальняк, я уважаю эту тему, но я бы этого не сделал. Потому что достаточно и вот это, что поставил сюда, на вилке, видите? Вилки длинные, на него тоже можно ремень, либо цепь поставить, это надо. А вот эту вот цепь я бы не ставил. И тем более он ее поставил неправильно, потому что только за один квадрат. Маленький рывок, и этот квадрат просто вырывается, они долго не дышат. Максимум надо было ему сделать раз пропустить куда-то, вот допустим до отсюда, либо куда-то в другую сторону пропустить. Либо даже если он прямой поставил, можно на алюминиевые ушки поставить, вот сюда. Алюминиевая ушка, его за него зацепить. Так, погнали. Вот это сделал он нормально. Видите, зацепил этот крючок. Вот там вот впритык. Но он, опять же, с этой стороны тоже мог использовать одну цепь на два конца. А он этого, видимо, не знает. И вот он использовал раз, две цепи. Видите? Поставил. Ну, так сделал нормально. Просто ему еще нужно резинки здесь ставить. Потому что они падают, вот эта вот цепь. Где-то упадет, а чак-чак, будет внизу болтаться. И опять же, это повод на устейшне, чтобы дали по трусам. Погнали! Первый груз этого трейлера, он, видите, пропустил это все на один, на одну цепь. Одна цепь вот эта держит 6000 паундов. Он, получается, сделал. Но натяжку он не сделал, большую, маленькую натяжку. Я бы сделал натяжечку больше. Смотря сколько весит груз. Видите, он поставил раз, две цепи. Давай скажем, 10-12 тысяч паундов. Я бы как сделал? Один такой юнит, я бы сделал 4 зажима. Получается, ножницы, либо трещоточки. Две цепи и 4 зажима. Я бы так затянул. Раз оттуда, раз фиксация туда-туда. Смотря как далеко вы едете. А здесь, видите, он сделал натяжку большую вот сюда вперед. Он тоже на одну цепь поставил. Короче, одна цепь здесь, одна там. Цепи, они тоже рвутся. Вот резко тормознет, и цепь тоже может порваться. Никаких шансов на успех. Так что я бы этот юнит зацепил бы на 4 зажима и 2 цепи. Потому что одна цепь, ты можешь использовать раз, вот там вот, и натяжечка сюда. И с этой стороны то же самое. Короче, одна цепь с этой стороны, одна с той стороны. Смотрите, как он натяжку сделал наперед. Очень серьезная натяжка наперед. А вот здесь натяжки почти нету. Так что он еще легко может тронуться вперед. Это... Ху, я думаю, на инча 4, если он резко тормознет, пойдет вперед. И это даст разгон, и может порваться цепь. Это не шутка. Здесь мне не нравится, я сомневаюсь с этим грузом. Здесь поставил ремни, но
Не знаю, что он так решил целых два ремня поставить. Интересно. Я бы просто один ремень поставил. Или можно ремня его не ставить. Потому что здесь вот эта вот стрела, она небольшая, это маленькая идет. Это не обязательно. Здесь, ребяточки, тоже огромный минус. Потому что, смотрите, он строго сделал прямо вниз. Он резко тормознет, тем более эта тема идет на колесах, видите? Это ему дает разгон сорвать вот это. Разгон, он на колесах, он резко тормозит. И получается, раз, идет вперед на 4 инча. Вот так вот будет гулять этот груз, потому что он на колесах. Он, получается, резиновый сейчас. И вот он сделал строго натяжку вниз. Так не делается, нельзя так делать. Но то, что он сделал, получается, цепь, это нормально. Одна цепь на 2 зажима. Это нормально, как он сделал, и резинку поставил, это зашибись. Вот так вот. И вот прям написано, что здесь 6 тысяч паундов держит одна тема. 6 плюс 6 получается 12. 12. И здесь тоже, смотрите, он прямо строго вниз поставил. Видите, затянул вниз. Эту тему нужно натягивать. И тут тоже он сделал одну цепь на 2 конца. Нормально сделал. Но нужно, наоборот, цепями затягивать далеко. И вот вокруг нашего трейлера раз и Z квадрат. Смотрите, какой квадрат мощный. Раз сюда нужно протягивать цепь. Так как он сделал, во-первых, неудобно. Ты там внутри раз-раз пытаешься затянуть. Как бы это не сейфти. И здесь получается, смотрите, это уже идет большая ошибка. Сейчас быстренько расскажу. Здесь, видите, вот этот совок, идет строго натяжка сюда вперед. Получается, он уже помогает ему натяжку вперед. Если такую тему делать, лучше натяжку сделать назад, потому что, когда мы разгоняемся, мы трудно разгоняемся. А когда тормозим, мы тормозим быстро. И получается, тормозим быстро, и эта тема, как видите, он помогает, потому что он тянет немножко вперед. И раз, он будет вот так вот тормозить, а здесь получается прямо цепь. Это не есть хорошо. Он должен был по-любому натянуть сюда. Он, наверное, жалеет свой трейлер, то, что использует только вот эти вот ушки. Видите, он сюда, наверное, никуда не мог поставить ушки, потому что ему для этого нужно. Ага, ведь ушко сюда поставил, сюда он не может ставить ушки. Но, ребяточки, этот груз мы отвечаем за него, пока мы на нашем трейлере, чтобы было more safety, более защищена вот эта вся ситуация. Он должен вот эти вот цепи ставить вокруг, вот так вот, своего трейлера. Это для этого и нужен этот трейлер. Не надо быть фэнси и бояться царапать трейлер. Он для этого и предназначен, потому что он должен работать на максимум. Короче, вот это большой минус. Раз, натяжка прямо, а там натяжка вперед. Наоборот, натяжка должна быть назад, если он бы так бы сделал. И вообще, вот здесь надо натягивать назад, это самое, здесь вперед. И эта тема не весит 20 тысяч паундов, эта тема весит где-то 27 тысяч паундов. Погнали, вот этот груз. Ну, вот это он сделал нормально, смотрите. Это ему там... Ага. Это они забивают вот эти доски. Да, вот они забили доски. Это прямо там на месте это делают, там где пикапить груз. Наши трейлера, вот видите, тут у нас идет деревянная тема. Это у всех таких трейлеров, флетбетов. Они для того, чтобы туда забивать что-то. Вот здесь забили, типа. Но это не то, что вау, фиксация, но нормальная фиксация. Доски забили. И получается, тему, катушку поставили прямо посередине. Получается, она уже чуть держится. И вот он сделал круто, натяжку вперед, короче, натяжку назад. Здесь две цепи идут, два зажима. Здесь тоже две цепи, два зажима. И вот эту резинку поставил, он сделал правильно. Потому что будет раскручиваться и будет давать повод на WayStation, чтобы нам дали по трусам. И здесь, видите, маленькая натяжка в эту сторону. Но если бы он эту цепь натянул сюда, вот сюда вовнутрь, и раз сюда, и вот так вокруг, было бы шикарно. Это более классная тема была. Но так тоже нормально. Потому что он резко тормозит. И получается, вот это его придерживает. Раз, резко тормозит, раз. А разгоняется трудно, да? А когда резко тормозит, он раз идет вперед, а это и раз его придерживает. Вот эти два юнита он загрузил где-то в порту. Наверное, вместе их загрузил. А катушки отдельно, как паршал идет. Вот так Александр прокатился и пообсуждал. Посмотрел с вами вместе пару грузов. Вот этот стабдек и следующий. Александр на нашей парковке. Здесь около
3000 парковочных мест, чтобы вы понимали, какие бабки. Здесь минималка стоит $250 за место. Тоже тема интересная. Если у тебя 10 траков и больше, то ты платишь 260 за паркинг один. Нет, 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 не может быть. От засранцы, ублюдки, дерьмо. Если у тебя меньше, ты платишь около $300, а на бетонке на $100 дороже. Чтобы вы понимали, какие бабки здесь крутятся. Здесь 2 ярда больших, еще одно озеро здесь. И они озеро засыпают. Хотят еще парковки сделать, потому что здесь бабки реально сумасшедшие. Если что, свистим, как всегда. Ребяточки, как вам кепка? Армянско-грузинская. Все, сейчас закрываем. Наш трачок. Выключаем наш свет здесь. Опа, все, выключил. Раз, раз, даже пару дней свет вырубаем, ребяточки. Аккумулятор 5000 евро стоит. Все, вот такая огромная парковка, видали? Это только один ряд. Ребята. Так, вызвал Uber. Где-то здесь он должен быть. Вот, ребяточки, я не успел прийти. Five minutes? Good idea. Короче, Александр замастерил. Смотрите, какая ситуация тут. Мне так хорошо, я уже успел выпить где-то 4 пиваса. И вот мы идем к соседям. Эти лестницы я замутил. Соседи, у них тоже трое детей. И у нас, я думаю, что им не тусить вместе. Давай покажи пацанам, как ты идешь по лестнице. Вау, I like it. Like yesterday, да? Пару дней назад папа сделал. Папа тоже был дома. Я папа пишу. You see that? Короче, ребяточки, смотрите, это наш сосед. Love Moldova. Alright. And Alex is the best. Cheers. Yep. Короче, ребят, смотрите, какая тема. Это мотор от Мустанга. Вот он, Мустанг 89-го года. Он сказал, что это его ребенок, короче. Вот этот Мустанг 89-го года. Ребяточки! Слышу, что здесь творится, это вот сейчас. С соседом с ним мы обсуждаем, сколько мы знаем друг друга. Tell me please, but it's a secret. It's a secret. Yeah. Его жена не знает, сколько он дал за мотор. Your wife don't know, but that it's a big secret. This is... And how much you gave for this engine. Oh, yeah. 7,000? 7,000. But everything inside I changed. Oh, you changed yeah, everything. Changed. Короче, ребяточки, маленький расклад. Он вложился в этот мотор, где-то 20 тысяч баксов. Короче, только мотор стоит 7 косарей. И вот внутри, что он в него вложил, во все, что он поставил внутрь, это стоит 20 тысяч баксов. Вот именно вот эти вложения. Ему это нравится. Короче, смотрите, какая тема. Он сам инженер, что-то по электронике, там с GSM работает. И вот ему нравится эта движа. Он ради этого живет. У него, когда есть свободное время, он приходит сюда, что делает, мутит, короче, вот влаживает. И вот скоро он поставит этот моторчик сюда, 89-го года. Кстати, ребяточки, моя одногодочка. Вот такой маленький расклад. Вот гараж американца. Ему 45 лет, он в 5 лет сюда из Японии. Приехал в 5 лет. И ему сейчас 45, и вот 40 лет уже в Штатах. Вот такой маленький расклад. Клуб анонимных алкоголиков. Ребяточки, здоровечку. Ребяточки, смотрите, какие инструменты у него. Вот это мастер. Реально любитель. Он говорит, так, Александр, если будут какие-то нужды, там, каких-то... Так, ребята, в чем движа? Ага. Вот так открывается, смотрите. Тряпочка, это реальный механик, смотрите. Он любит свою тему. И у него тоже, короче, трое детей, как у меня. И смотрите, инструменты есть все. И это не обычный инструмент, это дешевка. Он реально покупает серьезный инструмент, которому он радуется. Смотрите, здесь. И сложил, смотрите, красиво.
Раз. Все сложно, отлично. Нет! Кусачки, короче, для проводов, все. You have everything, buddy. Look at this. I love this motherfucker, right? What is this? Very old, right? SK tool. SK. Made in USA. Okay. What is this? Because okay. I don't know. This is gonna be a flex socket set, okay? Brand new. But this is really old, right? It's hard for... So it's gonna be like flex. I don't know what to call it. No, it's really old one. I see about this box. This beautiful motherfucker, right? Oh, look at this. You can turn around. Made in USA, okay? I give you... Okay, I don't know how much this is. Ребятушки, подгон. Yeah. Секрет. Yeah. Короче, ребятушки, на самом деле он рейсер, но здесь Чикаго, и говорит, что много стволов было в те времена. Он реально гонщик. У него был Honda Civic, right? Yeah. Honda Civic, 1999. 99-го года. И он тоже сфорсировал его, и он, короче, гонял на гонках здесь, в Чикаго. Но он говорит, последнее время, вот есть трое детей, и он не гоняется давно, потому что много со стволами. Много со стволами, и здесь что-то кому-то не нравится, и они уже начинают рамсить. Представляете, какая движа здесь? Куда мы попали? Какие у нас соседи? Короче, ребяточки. Вот у нас завтрак. Пацаны, что вы там пьете? Что пьешь? Джюс. Джюс? Oh, I love your juice. А ты что пьешь? This. Papa, look. Wow, magic. Magician. Can you do this to Papa phone? Пошли семейный бассейн. Я сейчас с кофеечком, вечером с пивосечком. Это бассейн у нас 3 минуты от дома. Не, давай смотри, да. Скажи, мы идем тусить. Йоу. Так, ребятушки, делаем pre-trip inspection. Настало время. Александр отдыхал дома. Хорош отдыхать, надо работать. Мы вернулись с работы. Давайте сделаем пятиаечку. Посмотрим, что почем у нас с нашим крачком, с нашим трейлером. Здесь все ровно, фары горят. Им повезло, не то я бы их расстрелял. Ну что вы за люди такие? Хорошая компания, ребятушки. Все сюда, к нам на базу. Колесо приспущено, давай быстро накачайся. Нормально, видите, послушное колесо. Боится? Так, что у нас дальше? Есть это. Так, блин. Рампы никто не спиздил. Уже хорошо. Так, закрепили мы на высшем уровне. Они знают, кого боятся, эти груза. Постоянно так здесь на месте. Сделали пятиаечку, друзья, и потихонечку трогаемся. Нам ехать с вами где-то миль 350-400. Отсюда из дому, и завтра с точка делаем деливери первый груз. Ребята, вот наш стройобъект, где с вами будем разгружаться. Вот так вот. Смотрите, нам по-любому надо оценить. А, ну подождите. Значит, этого груза у нас нет еще никакого паршала, чтобы мы сюда поставили. Есть один, но далековато, получается, где-то 100 миль от того. Но мне нужно завтра быть в 11 часов, уже нужно быть дома, как штык. У меня собеседование. Ребят, сначала знакомимся, я говорю, где ваш начальник. Вот у меня типа Сэм Грег. Даже скинуть груз, он говорит, что тут другой начальник. Вот это важная тема идет, видите, здесь много места, вот этот угол пустой идет. Вот, значит, мы что-то туда поставим. Мы поставим, я люблю ставить алюминиевые наши ушки. Так ставлю. Потому что если мы не поставим, он будет разгружаться.
И вот это тебе пойдет так на сторону, и вот эта вот втулка, она согнется. Можем ее выгнать, конечно, но, ребятушки, зона риска. Нам не нужно играть с этой темой. Так что нужно уравнять наш тот уголочек. Взял сразу 4, потому что могут прыгать все 4. Есть только один. Но там 2 как минимум надо. Так, Вира, майна. Смотрите, здесь пригодились все 4. Поставил 2 с одного конца здесь. Видите, уголочек. И поставил вот там. Вот интересно, что я говорил. Смотрите, типа нельзя двери открывать, если эта тема открыта, видите, если окно это. Потому что, ну, у него отдельная петля тоже на дверях. Смотрите, раз, это можно так, а двери тоже можно открывать, оказывается. Смотрите. Никакого демеджа мы не сделаем. Классно, не классно, но моя идея, короче, приколоться. У нас время есть. Пошла, пока мест нету. Ага, потому что, смотрите, сюда не помещается, надо отодвинуть. Я думал, там отодвигается. А на самом деле здесь, вот здесь нужно двигать вилки. Ладно, хрен с ним, идемте разгружаться. Вот мы подняли его стрелу. Ну что интересно, когда, короче, мы поддон какой-то загружаем, когда стрела поднимается прямо наверх вот так вот, то вилки, они идут немножко вниз. Короче, он держит свою тему, вот как ты настроил вилки, чтобы они были вот такие прямые, и все, они так и будут подниматься прямые. Короче, вот эта стрела поднимается наверх, а вилки вот так вот раз, они, короче, выпрямляются. Вот так. Либо вы вилки немножко согнули, так что поддон не упал, да? Вот, допустим, вот так вот. Вилку раз, согнули наверх, чтобы поддон не упал. И вы когда поднимаете стрелу, он тоже вот так вот держит. Раз, тот же равно, короче, тот же баланс. Все, погнали опускать стрелу нашу. Я поставляю тут. Вот они перед тем, как ставить вагонку снаружи, они вот утепляют сначала. Видите, стекловато. Только это трудно, потому что ветер стекловато может разорвать. Видите, как они ставят, там прищепки сверху. Да, я его загнал. И сейчас тоже хочу проэкспериментировать. Потому что здесь крутяк, короче, эта тема мощная, 4 на 4. А вот круто, что спереди он может хвататься за что-то. Я имею в виду за наш аппердек. И мы сейчас его загрузим наверх. То же самое, что и тот форклифт. Видите? Тут, короче, рама идет внутри, колеса снаружи. Это супер, он будет цепляться за все. А вот сзади нет. Видите, задом голяк. Задом, вот тут грузик его торчит, и мы будем упираться во что-то. А здесь то же самое, оказывается, смотрите. Стратегия у них идет одинаковая. Здесь колеса выпирают, да, а сзади нет. Шикарный план! Кто красавчик? Так, глянем, вот видно, да, что еще чуть выровнял. Так, опять же, вот стрелу даю вниз, чтобы мы аккуратненько съезжали отсюда. Вот так сейчас. Вот так, стрелу поднимаем.
Барчук, мы с вами не заглушили, потому что мы только что приехали к ним на базу. И там турбина на горячее. Далее, ребяточки, 400 миль всего лишь. Короче, вот этот форклифт мы будем сбрасывать здесь, в них конторе. Вот какая-то кубота. Раз, там контора, здесь контора. German Bliss. Называется контора. Я сейчас смотрю, где их рампа, чтобы припарковаться. Мне что-то кажется, что она здесь. Закрываем окно. О, как само закрывается. Все, ребятки, глушим наш аппарат и берем ключи с собой, закроем его, чтобы его никто не стыздил. Фары где включаются? Забыл. Ага, вот тут надо крутить. Короче, ребятки, я только будильник вылезаем. Мужик подъезжает, говорит, все, вот я тут дежурный. Давай свои бумаги. Потом взял, расписался здесь. Я ему дал ключи. Он пошел, там взял круг и сказал, что все отлично. Все, ребяточки, мы это сделали. Так что вот так, видите, у них коллаборация идет. Ребяточки. Все. Лег начался шикарно. Крутяк, я очень доволен, что... Вчера сам разгрузился вечером, сейчас проснулся, докручу на росписи и газу. Все, ребятки, погнали в штаб-квартиру считать наши бабки. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, бухгалтер, милый мой бухгалтер. Ребяточки, рубрика «Че по кассе?» Александр поднялся. Ну что, зарабатываем или еще? Сейчас подсчитаем, что нам осталось от брокера и 30%. Драйверу. Типа я драйвер сегодня. Так, погнали, мои хорошие. У нас этот выпуск вообще был такой кипиш. Первый груз, что заплатили 150 баксов. Truck not used. Типа тонну. За то, что трак не использовался, мы приехали туда. Это была ошибка брокера, этого груза там вообще не было. Нам за него дали $150. Потом мы взяли два груза. Один подняли из Гэп, Пенсильвания. Он ехал в Омаха, штат Небраска. За него заплатили $2350. Второй груз мы с вами подняли из города Балтимор, штат Мэриленд. Это наш порт знаменитый. И груз поехал в город Принчвилл, штат Иллинойс. За него заплатили $1200. Кругом бегом. Получается, у нас за этот выпуск $3700. Получается, мы с вами проехали 1274 мили. Драйвер получил бы $1066, 2,78 за милю. Вот такой рынок, ребяточки. Мы справимся. А теперь погнали, подсчитаемся. Да! Я занят. Где ты? И в пизде, и на велосипеде езжу, вам я на студии. А кто ты? Ошиблись номером. Погнали считаться, друзья. Нормалек, бабки, как всегда, друзья. Бардачок, а с вами встретимся в очередном выпуске. Всем пока.